Дорогие друзья, вот и завершился наш замечательный проект, который объединил 6 разных по возрасту, количеству детей и опыту материнства женщин, стремящихся улучшить качество взаимоотношений со своими детьми. Ну что, дорогие мои мамочки, подошел к концу наш замечательный проект «Мам-совет». Я безумно вам благодарна, что вы приняли в нем участие. Конечно, среди вас должен был быть победитель, но мы коллегиально посоветовались и решили, что каждый из вас достоин своей награды. Вы каждая по себе индивидуальность, и вы самая лучшая мама. Конечно, этот проект мог и не состояться, но благодаря поддержке наших замечательных спонсоров у нас все получилось. Это «Лебедянь молоко», это цветочный салон «Парадиз». И, конечно же, огромную благодарность мы хотим сказать председателю районного совета депутатов Сергею Путилину, который предоставил вам помещение и поил вас чаем, насколько я знаю. Итак, давайте приступим к награждению, потому что пакет достаточно тяжел, как я понимаю. Ну, в данном проекте научилась быть более сдержанной по отношению к детям, реагировать на их капризы правильно. Сначала обдумываешь, а потом говоришь. Больше всего запомнилось проигрывание определенных ситуаций с детьми. И почувствовала себя на месте ребенка и поняла, как мы выглядим иногда глупо со стороны, когда кричим, эмоционально реагируем на их отказы в помощи. Мне посчастливилось поучаствовать в этом проекте, потому что я самая, наверное, молодая мамочка среди остальных, все опытные, приобрела большой багаж знаний и теперь буду как бы применять в воспитании ребенка. Этот проект вообще замечательный. Хочу сказать огромное спасибо психологу Инне Александровне, потом нашему затейнику Анастасии. Огромное вам спасибо, девчонки. Я выросла на этом проекте, стала лучше понимать детей, они меня, у нас отношения просто классные. Все очень понравилось, я выросла как мама, мои дети начали понимать меня, я начала понимать их. Отношения с детьми улучшились заметно. За это большое спасибо нашим организаторам Инне Александровне и Анастасии. Этот проект дал мне новые знакомства. Когда ты в кругу таких же, как и ты, мам, которые сталкиваются с проблемами, то тебе легче от этого. И ты можешь применять все эти знания, не боясь, что ты не такая, как все. Мне понравилось проигрывать проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. Вследствие чего я поняла, как нужно решать эти проблемы, проигрываю их с детьми. Они меня стали лучше понимать, я их стала лучше понимать. Огромное спасибо всем организаторам этого проекта. Было очень приятно в нем участвовать. Получила очень много положительных эмоций. Спасибо. Со своей стороны хотелось бы отметить, что наши встречи напитывали участниц положительными эмоциями, поддержкой и вдохновением, что не могло не сказаться на улучшении общей атмосферы в семье. Ощущая пользу этих занятий, мамы предложили продолжить встречи в рамках женского клуба, над открытием которого мы сейчас и работаем. Так что будем рады видеть и других женщин района на наших теплых встречах. Воспитание детей начинается с воспитания родителей. Казалось бы, простая истина, но, к сожалению, нередко мы, взрослые, забываем об этом. Редакционный проект «Мам-совет» был создан как раз с той целью, чтобы напомнить мамам о том, что все начинается с нас самих, чтобы они научились быть лучшей версией себя, чтобы они стали лучшими именно для своих деток. И мне кажется, что у нас все получилось. Это было очень круто, и я надеюсь, что теперь в нашем городе счастливых семей станет больше. Читайте «За донскую правду», следите за новостями «Мам-советы». Еще впереди несколько публикаций.